Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю чесночные стрелки. Вот такие обычные чесночные стрелки. Я их уже подготовила, вымыла и порезала. И буду готовить сегодня из них вкуснятину. Это невероятное блюдо. Чесночные стрелки с курицей. Получается сочное, аппетитное угощение. Оставайтесь со мной, и я расскажу вам свой рецепт. Чесночные стрелки – это замечательный продукт, который можно готовить разными способами. Я сегодня буду готовить чесночные стрелки с мясом. Буду жарить их на сковороде. Для этого мне потребуется куриное филе. Здесь у меня 250 грамм куриного филе. Соль по вкусу. Одна небольшая луковица. Лук измельчаем ножом. Один помидор. Нарезаем небольшими кусочками. Средняя морковь натираем на мелкой терке. Сами чесночные стрелки. Здесь у меня почти 500 грамм. Нарезаем стрелки вот такими полосочками. И также мне потребуется столовая ложка соевого соуса. Все продукты на столе, приступаем к приготовлению. Вливаем в сковороду масло растительное и разогреваем его. Затем, как только масло прогрелось, отправляем сюда лук и чесночные стрелки. Пересыпаем лук и выкладываю чесночные стрелки. Перемешиваю все. Примерно 2-3 минутки даю поготовиться луку с чесночными стрелками вместе на среднем огне. Затем, как только мы видим, что чесночные стрелки уже выделили сок, можно добавлять сюда куриное мясо. Также можно использовать и другое мясо, к примеру, говядину, свинину. Перекладываю курицу, сразу же посолю, соль добавляйте по вкусу и перемешаю все. Накрываю крышкой и готовлю примерно минут 15 на среднем огне. Периодически буду все помешивать. Как только чесночные стрелки и мясо зарумянились, добавляем сюда помидор и морковь. Хорошо перемешиваем и вливаем соевый соус. И готовим еще минут 5. Чесночные стрелки с мясом готовы. Посмотрите, как аппетитно все это выглядит. Сейчас выкладываю на тарелочку и будем пробовать. Вот такое аппетитное угощение получилось. Если вы все еще выбрасываете чесночные стрелки, то очень рекомендую вам попробовать их приготовить вот таким способом. Надеюсь, вам понравится. Дорогие друзья, вот и все на сегодня. Вот такое аппетитное блюдо из чесночных стрелок с курицей я сегодня приготовила. Это быстро, легко и очень вкусно. Можно подать с любым гарниром, либо как самостоятельное блюдо. Также другие рецепты из чесночных стрелок вы можете посмотреть на моем канале. Ссылки я оставлю внизу в описании под видео. Готовьте с удовольствием, радуйте себя и своих близких. Также подписывайтесь на мой новый канал «Влог Ирины Бахановой». Ссылка будет внизу в описании под видео. Не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Мне будет очень приятно. Всем пока! С вами была Ирина Баханова.